Завершился очередной матч Фонбет Кубка ФНЛ, в котором Тюмень обыграла питерская «Динамо». Своими впечатлениями об игре поделится нападающий тюменской команды Хасан Мамтов. Пожалуйста. Напряженный матч. Удалось забить 2 гола, потом быстро пропустили, и немножко нервозность была. Соперник тоже достойный, и сопротивление хорошее оказал на фоне того, что это сбор. Хороший матч получился. У вашей команды 6 очков, реальные шансы побороться за Кубок ФНЛ. Будете до конца идти? Ну, мы рассматриваем отдельный матч, каждый отдельный, как подготовку, и настраиваемся на отдельный матч. Сейчас у нас следующий матч 18 числа, будем на него настраиваться, а там уже видно будет дальше как. Ну, шансы хорошие. В целом, какие впечатления о турнире? Хорошие впечатления, хорошие соперники, ну, неплохие поля, поэтому хорошая возможность набрать свои физические кондиции оптимальные. Фонбет Кубок ФНЛ помогает подготовке? Мое мнение, что да. Совсем скоро возобновляется первенство. Тюмень не может пока чувствовать себя в безопасности. Как будете настраиваться на вот эти решающие игры? Ну, будем настраиваться в обычном режиме. Как всегда настраивались. Ничего особенного, я думаю.